вас еще раз, 14 ноября 17 год, Харьков, улица Пушкинская, мурал в честь дружбы Германии. И продолжаю снимать Пушкинскую по дороге себе на работу по просьбе какого-то товарища. Четырнадцать двадцать два по Киеву. И надо делать через шаг, потому как труба зовет. Да. Задача снять Пушкинскую сформулирована, конечно, довольно четко. Соответственно, я себе вольности позволять буду. Ну, задача не задача, просьба. Ну, я к этой просьбе. Ай-яй-яй, ты посмотри. Я на велодень снимал это. Надпись это. Гамлет написал, харьковский наш стрит-арт художник, что ли, так? И не было еще никаких этих отвратных росписей. Ну так, в принципе, считаешь возможным рисовать самому на стенах. Не жди, что этого не сделают и другие. Пушкинская, 27. Микола Алексеевич Скрипник. Пушка. Наши пушки, наших пушки, ушки на макушке, пушки. А где сама пушка? Была пушка, могу засвидетельствовать. Куда же она делась? На фронт забрали. Так, и вон у нас памятник влюбленным уже. Или уже оттуда снять? Да, там, наверное, ближе будет. О, этого не было. Дергали меня. Да что дергали? Периодически дергают военкомат тут рядышком на Чубаря. Этого заборчика тут не было.
шпага, они что-то влюбленные. Совершенно нецензурное произведение, абсолютно. Ни одного цензурного ракурса. Есть у нас там еще на Научной, на проспекте Науки, еще один памятник влюбленным, но он настолько абстрактный, что там непонятно даже, что это про людей. Там, наверное, про какую-то влюбленность всего живого, вполне возможно, и даже неживого друг к другу. Так, Успенский собор, Благовещенский собор. Раз, два. Семь чудес Харькова, да? Зеркальная струя. Памятник Шевченко. А, господи, вот же еще Покровский собор. Раз, два, три, и там четыре. Семь чудес, как и положено. Дом со шпилем примечателен. Чем примечателен? Только тем, что занимает собой целый квартал. Ну, и Газпром. Ну и вон она, Пушкинская. Наверное, вот так ее снять. Зачем ее так снять? Груда машин. Да и все. Да. Ну, в общем, вся затея со съемкой, что я фотоаппарат-то на работу взял. А вон построили жон мироносец, восстановили церковь. Ладно, ее гораздо лучше видно Сумской. Да, фотоаппарат я что взял. Зашел на градусник, ну, в смысле, на площадь Конституции, посмотреть на достоверную температуру. Там стоит счетчик Института метрологии с, да, сколько там шахт, 0,5, по-моему, точность показаний. Соответственно, зафиксировал я температуру 15 градусов плюс в 14:00 по Киеву. В Харькове в 14 ноября. Нормальное дело. Да, как-то вдоль снимать неинтересно. Ну, в общем, конечно, живя в Харькове, мало что может привлечь внимание. А вот человек, который тут жил да уехал, насколько я помню, кто попросил снимать, он как раз из бывших харьковчан, эмигрант. Его изменения интересуют, а какие, которых живущие в Харькове не замечают. Опять гавнер, да? У растений можно учиться тишине. Это прямо мне совет. Совет мне, но не для меня, с моей любовью к афоризмам, всякая с моей графомания не способствует. Так, ну, наверное, здесь и закончим. В следующий раз будет следующий раз.